Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что хочешь чего-то большего, что стоишь чего-то большего. Где же найти достойное применение своим знаниям? Ты уже бывал на школьных олимпиадах и даже один раз на городской. Тебя уважают одноклассники и учителя за целеустремленность и ум, но тебе все равно хочется чего-то еще. Твой лимит любознательности много больше. А как, например, учатся ребята в Чехии, Турции, Болгарии, Казахстане, в других странах? Интересно было бы с ними в равных условиях помериться интеллектуальными силами. А еще было бы неплохо с ними и пообщаться. Только просто так, по-свойски, вне социальной сети. А лучше встретиться с ними прямо на финале. Это было бы просто потрясающее путешествие. А давай представим себе большой красивый поезд и назовем его Международная олимпиада по основам наук. У него 7 вагонов для школьников с 5 по 11 класс. И маршрут у поезда отличный, и правила проезда в нем замечательные. Как раз все, о чем ты только что мечтал. Смотри, всех участников интеллектуального маршрута приветствуют ученые, наши современники, в честь которых проводится олимпиада. И здесь у тебя есть уникальная возможность помериться своими силами с учениками многих стран из Белоруссии, Болгарии, Греции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Чехии. Обрати внимание, все участники находятся в равных условиях, так как в тестах школьников разных стран предусмотрены одни и те же задания. И вот наш поезд движется во временном пространстве первого этапа, до того момента, пока не преодолеет этот увлекательный рубеж. Вагоны нашего поезда никогда не отцепляются, потому что этот поезд как монолит. Юные пассажиры-школьники с 5 по 11 класс продолжают движение в своих вагонах. Есть одна интересная особенность. Возникают лиги. Лига «Шанс», премьер-лига, высшая лига. Каждый участник после первого испытания получает сертификат и занимает свое место в одной из лиг. Теперь наш состав смело бороздит просторы второго этапа. Здесь у наших героев появляется уникальная возможность подтвердить достигнутый статус. Наши юные интеллектуалы получают за свой труд дипломы разного достоинства. Поезд готов двигаться дальше. Самые успешные участники олимпиады рассаживаются по своим вагонам и продолжают движение. И вот он, желанный финал. Самое интересное то, что у любого финалиста нашей олимпиады есть богатый выбор. Если ты любишь комфорт и уют, выполняй задания дома за компьютером. Если ты любишь свой класс, свою школу, выполняй задания в своей школе. Если тебе необходима торжественная обстановка, приходи в университет или опорную школу. Ну а если ты неугомонный и любознательный финалист «Непоседа», для тебя подготовлены международные профильные площадки в разных российских городах и странах зарубежья. В третьем заключительном этапе ты участвуешь в премьер-лиге или высшей лиге и получаешь заслуженные награды. Международная олимпиада по основам наук – серьезная, яркая, твоя!